На музыкальный конкурс «Высота», организованный городским телеканалом и радио «Хит ФМ» Ярославль, начали поступать первые заявки от участников. Ежесуточно, начиная с сегодняшнего дня, мы выкладываем вокальные произведения претендентов на победу в группе «Хит ФМ» Ярославль ВКонтакте. Ну, а если ты сам талантливый певец и хочешь прославиться, мечтаешь о собственном клипе, то у тебя есть уникальный шанс попасть в эфир радио и ТВ. Городской телеканал совместно с «Хит ФМ» Ярославль и КСК «Вознесенский» объявил вокальный конкурс «Высота». Принять участие могут сольные исполнители и музыкальные группы. До 15 мая нужно присылать на электронный адрес hit@gtk.tv запись песни, плюс фото или приветственное видео, а также указать номер телефона. Работы участников конкурса будут размещены в группах городского телеканала и HIT-FM Ярославль ВКонтакте. Прошедшие отборочный тур выступят 18 мая в Вознесенском. Победителя, естественно, выберет жюри. На лучшую песню снимут клип. Также она попадет в ротацию «Хит ФМ Ярославль» городского телеканала. Подробнее об условиях конкурса читай в наших официальных группах ВКонтакте, а также на сайте gtk.tv «Покори высоту».